Всех приветствую на своем канале. У нас первое пополнение в этом сезоне, а именно эта троица, которая сейчас перед вами. Вот этот вот пушистый белячок 1 апреля первым появился на свет. А 2 апреля к нему присоединился вот этот вот черный комочек с белой грудкой и белыми краешками крылышек. Ну а следом за ним, также 2 апреля, быть замыкающим в этой троице, как вы уже поняли, предоставилась честь вот этому темно-серому цыпленку с белой шапочкой на голове. Эту троицу вывела индоутка, которая в этом сезоне села очень рано, еще 10 марта, из-за очень холодной весны, а по ночам были даже заморозки, продуктивность высиживания оказалась очень низкой. И в итоге из 15 подложенных яиц вылупились только трое. Когда наш белячок, который первый появился на свет, пробыл в одиночестве целые сутки, как-то стало грустно за него. Мы даже начали переживать, неужели никто больше не составит ему компанию. Но, к счастью, вскоре к нему присоединились еще двое из ларца одинакового лица. Ага.